24 апреля в актовом зале городской администрации состоялась 49-я сессия собрания городских депутатов. На повестке дня значились три основных вопроса. Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год, об утверждении муниципальной программы развития муниципальной службы, муниципальном образовании городской округ город Хасавюрт на 2017-2019 годы, о гербе и флаге городского округа город Хасавюрт. Главным докладчиком по исполнению бюджета на 2016 год выступил начальник финансового управления Магомед Шахвиледов. Бюджет по доходной и расходной части составлял 956 миллионов 352 тысячи рублей. В процессе исполнения бюджета в доходную часть бюджета внесены были изменения в сторону увеличения на 20,8%, то есть в сумме 198 миллионов 791 тысячи рублей. В том числе налоговые и налоговые доходы уточнены на сумму 25 тысяч рублей. Межбюджетные трансферты уточнены в объеме в сумме 193 миллионов. 765 тысяч рублей. В работе собрания приняли участие глава города Зайнудин Акмазов, заместитель председателя собрания депутатов Мирза Магомедов, приглашенные, а также представители городской прокуратуры и средств массовой информации. Далее заместитель председателя контрольно-счетной палаты Али Сулейманов и депутат, член постоянной комиссии по бюджетам, финансам и налогам Марат Даибов обсудили и выразили свое видение хода исполнения бюджета. Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с решением о бюджете, утвержденном на 2016 год, с внесением в него изменений в порядке образования финансовых потребностей на основании экономической обоснованности. Принятые нормативные акты в 2016 году исполнены в полном объеме. Информацию о муниципальной программе развития муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Хасавюрт на 2017-2019 годы предоставила главный специалист юридического отдела Анжела Ошитова. В ходе реализации данной программы созданы условия для открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю. На официальных сайтах органов местного самоуправления размещается достаточная информация о деятельности муниципальных органов, принятых ими нормативно-правовых актах, решениях, в том числе и информация о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В целях реализации принципа профессионализма и компетентности муниципальных служащих проводятся мероприятия профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы, обучение муниципальных служащих как основы их профессионального и должностного роста. В завершении собрания депутатам на рассмотрение был представлен отобранный созданной комиссией вариант герба и флага городского округа город Хасавюрт. Информацию зачитал первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Все представленные проекты решения были приняты депутатами единогласно. Зарема Хайбулаева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».